16 декабря в районном Доме культуры проведено совместное заседание рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и постоянных комиссий районного совета депутатов. Рабочей группой уже было проведено два заседания. На первом рассмотрены подходы к формированию районного бюджета на 2021 год, на втором – проект районного бюджета на 2021-2023 годы муниципальных образований Шалобулинский сельсовет и поселка Большая Ирба, распределение субсидий, участие в мероприятиях государственной программы. На третьем заседании рассмотрены подходы к формированию бюджетов на очередной финансовый год структурных подразделений администрации района, главных распорядителей бюджетных средств. Порядок организации и проведения публичных слушаний, а также сам проект решения районного... 18 декабря в районном Доме культуры состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В публичных слушаниях приняли участие представители органов местного самоуправления района, муниципальных учреждений района, общественных организаций. Частично представляем те моменты, которые отражены в самом проекте решения, и частично предлагаем его сравнить некоторые показатели для анализа, для оценки с предыдущими периодами. В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны предварительные итоги социально-экономического развития Курагинского района в 2020 году и прогноз развития на период 2021-2023 годов, основные подходы к формированию районного бюджета на очередной финансовый год, заключение контрольно-ревизионной комиссии на проект решения. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер. Рекомендовать Курагинскому районному совету депутатов принять решение о районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на очередном заседании районного совета депутатов.